Всем доброго времени суток, с вами Артём, это 32-я серия прохождения Наполеон Total War за Германскую империю. В прошлой серии маршал Блюхер начал операцию по освобождению королевской Франции и осадил город Рен на западе Франции, перед этим одержав победу над отрядом французских войск. Что ж, все войска уже находятся на поле битвы, перед нами стоит сражение за... В принципе, вот этот город, это, наверное, и есть Рен. И дело в том, что враг, как мы видим по мини-карте, расположен за зданиями, и это на самом деле очень плохо. Дело в том, что это плохо как для артиллерии. Ядра будут попадать в здание, не причиняя врагу урон. Также это плохо и для кавалерии. Нет такого, не будет такой маневренности, как в открытой местности. В принципе, для пехоты это даже может быть полезно, потому что можно занять некоторые здания, и эти здания будут своеобразными такими точками обороны. Мы в наступлении, я напоминаю, поэтому нам придется, видимо, вот эту всю территорию пройти пешком до самого города, иначе враг атаковать нас не будет, хотя можно попытаться вынудить его пушками, но я и пушки хочу подвести ближе, чтобы точность выстрела была лучше и здания не так нам мешали. Но и для врага это не особо, так скажем, ему поможет. Его артиллерия тоже находится за зданиями, и у него нету гаубичных батарей, у него все обычные пушки, по-моему, 6-фунтовки, да, и 12-фунтовки, 9-фунтовок нету. Его ядра тоже будут, в принципе, попадать в свои же здания, поэтому особо урон друг другу артиллерии мы пока не будем причинять, но как только мои гаубицы подберутся ближе, в принципе, я думаю, гаубицами мы принесем значительный урон вражеской армии. В принципе, вы видите, как расставлено, да, кавалерия, разрозненные батареи орудий, ну, в основном все орудия сосредоточены, у меня получилось вот три практически подряд идут орудия на моем правом фланге, то есть мы будем обстреливать левый фланг противника. Ну что ж, начинаем сражение, ставим на паузу и сразу же выбираем всю нашу армию. Кстати, меня некоторые спрашивали, как ты выбираешь всю армию? Ctrl-A. Это выбирается вся, сразу все войска, которые у вас имеются на поле боя. Можно, в принципе, зажать здесь и кликнуть с зажатым шифтом до последнего отряда. Можно просто Ctrl-A, и сразу выбирается все-все-все отряды, которые у вас имеются. Это, в принципе, используется не только в Total War, но и практически во всех стратегиях Ctrl-A, то есть Ctrl-армия, и сразу все армии выбираются, все отряды, которые имеются. И мы долго и упорно нажимаем смещение вперед, потому что я расставил более-менее так нормально. И если я буду указывать, у меня тем более вся армия не выделена в одну группу, поэтому мы немножко потянем время и будем нажимать вот так вот смещение вперед, чтобы наша армия точно как она стояла, так она и передвинулась. Я думаю, что где-то вот до начала вот этих вот полей перед городом мы и... Так, в принципе, здесь холм, и я думаю, чтобы артиллерия осталась на холме, давайте-ка вот так. Пока вот так вот. Снимаем с паузы. И, в принципе... Давайте поставим на обычную скорость. Посмотрим, будут ли нас обстреливать французы. Не слышу, не вижу дыма. По-моему, они там что-то перегруппировываются. Я смотрю, у них прилично пушек-то. Все они в центре. И они, да, они как-то кучкуются все в центр. Все прячутся за здание. Так, артиллерию они не развернули. Это хорошо. Так, здание, что ли, вот эти идут занимать, вот это не понимаю. Неужели искусственный интеллект поумнел и начинает занимать здание? Так, они что-то тут уходят все на свой левый фланг. Да, они все, они абсолютно освободили свой правый фланг и все ушли налево. Для меня это, конечно, право, но для них-то это левый фланг.
Очень интересно. Они все кучкуются на одном фланге. Тут открытая местность. Может быть, они хотят пойти тут в атаку. В принципе, разумно, потому что у меня здесь только кавалерия. У меня эти пушки не защищены пехотой, потому что вся пехота у меня в центре. У меня не так ее много. К тому же у меня до смешного после автобоев осталось 13 человек в 11-м пехотном батальоне черного пехотного корпуса Брауншвейга. Вот они, эти гордые 13 человек. Давайте мы их остановим здесь. И будем все-таки до конца. Так, 57 гренадер и 27 фузелер. И фузелер еще пригодятся. 27 все-таки. Так, кавалерия уже. А давайте-ка мы возьмем вот эти два отряда и заведем их вот сюда. Может быть, это как-то... Так, маршал Блюхер достиг своей точки. И мне тут надо будет сейчас вот эту артиллерию расположить немножко тогда вот здесь. Тут она мне не особо нужна. Да, вы посмотрите, у них вся основная масса теперь находится... Артиллерию сюда переправили. Какие умные, а? Здесь здания-то мне будут мешать. Так. Вы тогда, ребята, не останавливайтесь. Идем вот сюда. Займем это здание. А вы у нас займете это здание. Тем самым я оголю вот это место, да? Ну, у нас маршал Блюхер перейдет в центр. Обойдет. Так что открыли огонь, по-моему, мне показалось. Да-да-да, французы открыли огонь. Ну и мы сейчас тоже уже развернем наши пушки в боевое положение. Смотрите-ка, попали даже, по-моему. Так, пехота спускается пониже с холма, чтобы не задеть, чтобы наши ядра не задели свою же пехоту. Враг на меня никак не реагирует. Я смотрю, кто это? Конные скауты, легкая пехота. Угу. Так, у нас все пушки? Нет, не все. Тут еще должны быть гаубицы, они вон только еще идут. Еще не вся артиллерия подошла. Ну так, в принципе, все. Вы тоже пониже. Так, вы лучше тут тогда. Упали? Упали. И человека убили. Чего не стреляем? Вы тоже в боевое положение. Я смотрю, как-то он на меня. Гусары. Но у меня, по-моему, здесь уланы. Да, уланы и гусары. Там легкая кавалерия. Атакую я вот эту батарею. Мне придется сразиться и с гусарами. Еще меня обстреляет легкая пехота французская. Мне это невыгодно. Я хочу, чтобы пехота клюнула на меня. Поэтому мы быстренько. 24 человека, 122. Вот ему 122. Давайте уже бегом. Гренадеры у нас встанут вот здесь, вот перегородят. Месье, мы захватили здание. Так, это вот это здание мы захватили. А эти товарищи у меня перекроют маршрут вот здесь. Так, у меня все гаубицы подошли. Разворот. Боевое положение. Давайте-ка мы отдадим приказ обстреливать вражеские батареи нашим 12-фунтовым орудием. Ага, и на нас сразу клюнула вражеская кавалерия.
быстрее мы избавимся от вражеских пушек. Так, вражеская кавалерия. Значит, будем мы ее встречать нашей кавалерии. Уланы, отлично, уланы. И гусары добьют. Так, они почему-то решили нас не атаковать и вернулись назад. Ребята, сразу гранаты. Пехота уходит. Так, пока они тут что-то думают. Тогда эту кавалерию мы переводим сюда. Вот так. Ой-ой-ой, как вас уже тут хорошо обстреляли-то, а? Уланы атакуют гусар. А гусар заходит с тыла. Только не тормозим. Это убывает перед самой атакой. Так, легкая пехота бегом бежит, спасает свои пушки, но не успеет, не успеет, не успеет. Гусары сейчас их снесут. Так, отлично. И гусары идут на помощь уланам, атакуя спину вражеских гусар. Провернули дело. Кавалерия у нас встает где-нибудь вот здесь вот. Еще она нам пригодится. Я смотрю, тут у нас еще вражеская кавалерия. Граната. Ну-ка. Видите, слишком разрозненный строй, гранаты не будут иметь эффективность. Ох-ох-ох-ох-ох. Пожертвовали гранат. Ну, их мало, в принципе. Так, где у нас... Наши люди бегут, месье! 12-фунтовые пушки, давайте-ка вы... А ну-ка, генеральский штаб французский. Так, ну они не идут пехотой в атаку, они пока действуют только кавалерии. Против кавалерии, конечно, сражаться это самоубийство. Где у нас гусары там? Угу, легкая пехота к нам подходит. Так, так, нам нужно убирать отсюда нашу кавалерию. Иначе ее легко расстреляют издалека. Ух ты, кирасиры, это, конечно, сила. Это сила французская. Пушки палят, пушки палят, по нам просто безбожно. 50 человек практически. Так что, отбили кавалерию, молодцы. 75, так, вы влезете в это здание все. А мы заманиваем легкую пехоту, я так думаю, нет? Нет, не заманиваем, а в чем дело? Почему они за нами не пошли? Тогда стоп. Малоэффективно. Артиллерия работает. Давайте-ка попробуем обстрелять кирасир. Это гаубицы фигачат. Что, нужно подводить пехоту? Я так думаю, что с этого фланга начнем. Нет, 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 рано. Я хочу, чтобы французы клюнули. Чтобы французы клюнули, надо, чтобы у них лопнуло терпение.
Ну они фигачут как точно, а? У меня же косые какие-то все артиллеристы, честное слово. Так, нужен 12-6 пунктовка. Вот, даю приказ стрелять сюда. Стреляют куда хотят. Это просто слишком далеко. Уже разброс идет. Точности. Потому что слежу, куда будут лететь ядра 12-фунтовых батарей. Гаубицы-то я вижу, они в пехоту все попадают, вон куда. А нафига туда-то стреляете, ребята? Так, тогда стоп, стрельба без приказов. Стоп. Попробуем так. Видимо, стрельба без приказов у них в приоритете поближе. А никуда я прикажу. Нет, все равно фигачит, куда хотят. Куда-то в пустое место. Сюда, 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 сюда. А в чем дело? Почему вы не выполняете приказ? Тут я, конечно, понять не могу до сих пор. Эти как стояли, так стоят. Вообще они даже не перезаряжаются. Так, давайте-ка исправим этот баг, пытаемся. Нет, у них палят прям куда им надо. Поближе подводить вот эту часть людей. Эти, блин, они прям встали очень хорошо для себя. Так, вы. Ох, игра не перестает удивлять. Ладно, попытаемся, как с гаубицами, в пустое место стрелять. Теперь они должны целиться в эту точку. Стараться. Перелет, правда, но хотя бы в этом направлении. Отлично, вот. Пушка не попадаем, но хотя бы кирасир начинаем мочить. Ставим максимальное ускорение, чтобы этот артобстрел побыстрее у нас продвигался. Ага, они начали перегруппировываться. Отдаешь приказ, они стреляют в эту точку. Как на отряд нажимаешь, кто куда. Куда хочу, туда и стреляю, да? Давайте попробуем вот эти пушки. Избавиться от них. Так, они теперь переходят все в центр. Был выстрел. Мы тогда берем нашу кавалерию, вот эти три отряда, и пошли на вражеские пушки, получается, куда-то вот сюда, немножко в сторону.
Так, все не кучкуются теперь в центре. Непонятно зачем, ну ладно. Свои же пушки, как говорится, оставили без прикрытия. Хотя легкая пехота отсюда запросто перестреляет. Так, это французский генерал. Так, надо избавляться от или двоих артиллеристов. Странно, они до сих пор не хотят идти на меня в атаку. У меня такое хорошее оборонительное положение, что мне не хочется идти самому в атаку через все эти здания, хотя избавимся от пушек и, я думаю, пойду в атаку. Опять максимальным ускорением. Угу. Одна батарея французов отступила. Осталось раз. Две батареи. Но эти тут они свои же здания стреляют. Попробуем теперь изменить сюда траекторию выстрелов. Легкая пехота. Нет. Вы идете прямо на выстрелы вражеские. Поэтому будем обходить. Хочу попасть в артиллерию, убиваю пехоту. Ну, как всегда. Так, одно здание у нас здесь занято. У нас здесь также есть кавалерия, которая стоит. И, в принципе, все, да? Ну, можно начать подводить. Можно начать подводить вот сюда. И этих товарищей тогда вот сюда. Марширует, ну, попробуем атаковать. Уложу сейчас, как всегда, всю свою кавалерию, потому что отвлекаюсь опять черт знает куда, но не туда, куда нужно. Не бегут. Нормально. Так, заодно подвели под машину выстрела. Заходим, 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 все-все-все отсюда и атакуем их прям вот. Да. Именно так, как я хотел, отлично. Начали нас обстреливать, но и по своим будут попадать. Атакуем вражеский гусар. Надо быстрее избавиться от артиллерии. Поэтому стоп, наши 12-фунтовые пушки. Наши 12-фунтовые пушки стрелять будут куда-нибудь вот сюда лучше. Потому что здесь у нас... Пахнется, что вы делаете? Так, и кавалерия отступает. Кавалерия отступает. Эти отряды кавалерии идут сюда. Так, в принципе. Тут у нас даже что-то осталось от кавалерии, черт возьми. Заходим за пехоту.
прикрытием пехоты будем. Так, пехота, пожалуй, стоп. Стоп. Так, а вы занимаете вот это здание. Сюда и сюда. Так, вернулась наша кавалерия. Молодцы. У меня, правда, тут еще есть кирасиры. Давайте их выведем. Вот здесь вот нужно вот так вот остановить. Так, быстрее, 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 быстрее здание. Вы в каре. Месье, мы захватили здание. Вы в каре. Где у нас наша кавалерия? Атакуем вражеский гусар. И у нас еще здесь кавалерия подходит. Так, в каре успели, эти здания успели. Ну, это все, они тут все сейчас подохнут, все вражеские гусары. Так, вывели кирасиров. Заводим их с этого фланга. А сюда у нас пошла пехота. Так, наша кавалерия, как мы сейчас не наткнулись. Выводить вот сюда, я и хотел, чтобы обойти с этой стороны. Так, подходит пехота. Пушка по своим же зданиям, то зачем? Там же наши сидят, что вы делаете? Вот никак без руководства, а? Артиллеристы просто отжигают. Так. Эта кавалерия идет сюда, вам нужно поставить быстрый шаг. Ага, папашка. Отлично. Так, кирасиры. Атакуем легкую пехоту. Иди тогда на помощь своим. Ух ты, тут здание стоит у нас. Второе уже не нужно. Наши люди бегут, месье! Пошли в штыки. И кавалерия пошла здесь плясать танцы смерти. Так, все в штыки тогда. Как-то там картечи фигачит вражеские пушки. Что делаю, что творю, сам не понимаю. Какую-то просто мясорубку создал в этом городе. Ну откуда вот, ну куда? Ну давайте сюда, все сюда. Будем давить просто массу. Так, здесь у меня отступают. Гранаты против зданий бесполезны, я хочу сказать французским гренадерам. То, что они сейчас сделали, было полностью бессмысленно. Попробуем атаковать генерала. Ух ты, наши люди бегут, месье! Вот в чем дело. Вот почему мы все здесь стали отступать. Ладно, подведем их под наши пушки. Еще здесь есть, правда, конница. Еще не все потеряно. У нас еще здесь хорошо справляются ребята, и надо бы... Нет, не улан. Гусар на вражеские пушки, которые тут картечек пытались как-то что-то... Почему эти пушки... Их генерал убит, месье. Теперь они дрогнули. Генерала убили. Отлично. Своим же стреляем. Так. Назад, 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 назад. Тут еще здание не заняли.
императорской гвардии, ясно. Достаточно таки. Где он мне здесь должен быть? Получается, кирасиры всех ближе к пушкам. Они пойдут у нас кирасиры тогда атаковать. Точнее, наша пехота. Так, все правильно идете. Попробуем перестрелять морской батальон императорской гвардии. Эти бойцы слишком устали. Им необходимо передохнуть. Помогают, отлично. Так, враг. 15 человек, а? Нет, все отступает, отлично. Боевой дух на высоте, у французов, надо сказать. Вот как всегда, и перед самой атакой встали, да, под вражескую картечь. Отлично, что за баги такие у этой игры. То есть нужно прям перед самым еще носом еще раз отдать приказ. Так, отлично, перестреляли, это ополчение, она не отступает. Нам нужно тогда идти сейчас будет сюда. Здесь мы полностью выиграли. И вход у нас тогда идет отдохнувшая. У нас еще, в принципе, здесь пехота есть. Кавалерия дороже пехоты, поэтому... Месье, эти бойцы слишком устали. Им необходимо передохнуть. Пехоту не так беречь. Так, здесь все. Нужно отключить всю нашу артиллерию, иначе сейчас своих же больше замочим, чем врага. Так, идем сюда. Да, уже идти не надо. У нас враг где-то здесь вернулся. Иберийский полк. Давайте его встретим. В принципе. Атакуем. Пока они на марше. Подводим тоже кавалерию. Атакуем остатки. И попробуем перестрелять. Наши люди бегут, месье! Кто бежит, кто отступает. Ясно, кавалерия. Наша. Не без этого. Не без этого. Но так, в принципе... У них осталось-то чуть-чуть в том самом городе. И, в принципе, все. Иначе тут здание помешает, а вы давайте обходите этот дом. У одного из наших отрядов кончились боеприпасы, месье. Уже боеприпасы кончились, с ума сойти. Так, все, по-моему, отступают. Осталось только здесь. Поэтому, собственно говоря, это победа. Конница уже здесь не нужна, здесь и пехота хорошо справилась. Да, все.
Итак, мы захватили этот город. У нас потери 1000, у французов 3. То есть, можно сказать, в 3 раза больше у французов было потерь. Ну, в принципе, я думаю, что будет намного сложнее из этих зданий. Ну, да, конечно, мешали они здорово. Артиллерия еще тупила. Не тупила бы артиллерия, было бы потерь намного меньше. Но, тем не менее, это победа. И мы освобождаем королевство Франция. Британия теперь принадлежит королевству Франция. Это хорошо. Сразу же мы ландверов распускаем. И за эту операцию, за эту победу, даже несколько побед одержал Блюхер, пока проводил эту операцию, маршал наш награждается большим крестом Железного Креста. И получает звание фельдмаршала. Так, в принципе, все. И, как я уже говорил, королевство Франция. Вот мы с ним, правда, теперь она под нашим протекторатом, естественно. И пока мы бурбонам королевству Франции не отдали Париж, то есть Франция, область Франции, как она здесь называется, они не будут воевать с наполеоновской Францией, поэтому это очень хорошо, они сейчас нейтральны. И следующей у меня задачей надо будет идти вот этими вот товарищами, брать Марсель, брать Тулузу, чтобы эти области отдать французам, перерезать сообщение с Турином, перерезать сообщение с Каталонией, с испанской, потому что эти области будут принадлежать королевской Франции, а она пока еще нейтральна, и это значит, что по этим территориям уже не будут передвигаться ни испанцы, ни наполеоновские войска. И Париж, это уже будет потом. Надо будет сейчас вернуть еще Блюхера в Голландию, чтобы успеть пополниться. И живым его надо бы туда вернуть. То есть пройти опять обратно весь этот путь. А можно, в принципе, остаться около Рена. И он там, по сути, находится в безопасности. Ну, а на этом 32-я серия завершается. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за комментарии. Всем удачи, всем пока.